Здравствуйте, Игорь. Меня зовут Шоупан. Я у вас была уже. Я вас помню. Да. И этот вопрос. Как узнать, ты в депрессии или ты... Это лень? Вот... Или я в возрасте уже? Не пойму я. Вот ночью так вот думаешь, вот это сделал, утром встаешь, ничего не охота. И вот и не пойму, я в депрессии или это просто я ленюсь? Сейчас я вот этим вопросом занимался последний месяц. Я не мог понять, у меня затяжная депрессия или просто мне ничего уже не надо. И думаю, может пойти поработать? И у меня телефон разрывается, WhatsApp, да, там по 100, по 200 сообщений в день. И я такой, что-то не хочу я. Я думал, что я устал. Я уже пошел там в баню, я пошел там, уже меня почистили, пошел, да. Потом думаю, надо еще что-нибудь сделать, и делал. Потом думаю, надо в другую баню сходил. Сходил в спа, и ничего не помогает. Я просыпаюсь и не хочу работать. У меня жена проснулась и пошла, все деньги потратила. Капец, у меня сколько энергии сейчас. И сразу охота на WhatsApp ответить. Если тебя даже это не спасает, и у тебя нет сейчас в финансах как бы чуть затруднения, и тебя ничего не спасает, это уже депрессия. Потому что я долго выяснил. Знаете, я вот... Психолог же, ты начинаешь анализировать, откуда вот эмоция вот эта растет. И вот и сидишь, ковыряешь, и вот искал, и не нашел, пока она деньги не потратила. Угу. Поэтому себя немножко анализируйте, я вот так могу ошибиться, а ты можешь поверить. Поэтому все, что я говорю сегодня, вы фильтруйте, ладно, через свое сознание, потому что это может вам не подходить. Но когда я тебе говорю, тебе надо там вот это точно про тебя, лучше не сопротивляйся, лучше сразу что-то с этим сделай. Обычно я сразу рекомендации даю. Угу.